Георгій Тука – заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Колишній голова Луганської обласної державної адміністрації. Нагороджений орденом за заслуги 3-го ступеня. Україна припинила електропостачання на захоплену проросійськими бойовиками територію так званої ДНР. Раніше у квітні цього року відімкнули від української електрики і самопроголошену ЛНР. Чому Україна припинила постачати електрику на окуповані території? Все дело в том, что с первых дней, как начала работать Минская экономическая подгруппа, Украина постоянно ставила вопрос о необходимости организации расчетов за потребленные услуги. Это не только касается электроэнергии, это касается и воды в том числе. И, к сожалению, на все наши предложения Россия всегда давала один ответ. Вам необходимо заключать прямые договора с псевдоструктурами, которые работают на неконтролируемых территориях. Естественно, на такие варианты мы пойти не могли, поэтому долги накапливались. В уряді заявили, мирне населення окупованих територій Донбасу не постраждає. Електрику вони отримуватимуть з місцевих електростанцій та з Росії. Однак експерти відзначають, за прикладом енергоблокади Криму, рішення може призвести до розриву економічних зв'язків України з непідконтрольною частиною Донбасу та спричинити більш тісну інтеграцію самопроголошених республік з Росією. Енергоблокада зближує Донбас з Росією. Да, я согласен. Негативные последствия в этом вопросе есть. Однако, с другой стороны, такие шаги были неизбежны, потому что нести такое неподъемное бремя, когда на неконтролируемых территориях долги растут просто как снежный ком. При этом мы имеем информацию о том, что с местного гражданского населения террористы деньги собирают. Куда они их девают, там неизвестно. Фактически это осуществляется самофинансирование террористических организаций за счет Украины. Это недопустимо. Поэтому мы были вынуждены пойти на подобный шаг. Росія може виставити Україні рахунок за поставлену електрику на Донбас. Це ще одна проблема, з якою в майбутньому може зіткнутись Україна, коли відстоюватиме у міжнародних судах своє право на Донбас. Чи платитиме Україна за електрику, яку Росія постачає на окупований Донбас? Ні, це ісключено. Во-первых, є перечень ліній електропередач, по которым возможны подобные действия. Те лінії, которые сейчас используются, они в этот перечень не входят. То есть это фактически называется контрабанда. Второе. Все взаимодействия между государствами основаны на межгосударственных соглашениях. Таких соглашений у Украины с Российской Федерацией нет и быть не может. И фактически эта зеркальная ситуация отражает ту же картину, которая имеется в истории с природным газом. Россия осуществляет подачу природного газа на неконтролируемой территории. Тем не менее, это никоим образом не соотносится с межгосударственными соглашениями между Украиной и Российской Федерацией. Таким образом, никаких долгов априори быть не может.